Расскажи, пожалуйста, вот что такое компания ИРАС? Вообще, это, конечно, фамилия. Ну, да, если кто еще не знаком с нашей торговой маркой и с нашим брендом, то ИРАСов компания, директором, скажем так, основателем является мой отец, у которого фамилия ИРАСов, соответственно, одноименное вот такое название. Название бренда. Ну, как Джимми Марш, например. Да. Собственно говоря, компания является уникальной в России вообще в целом. Почему? Потому что на сегодня мы, наверное, единственная компания, которая выпускает самый широчайший спектр продукции. Соответственно, то есть у нас и ламповые усилители, гитарные эффекты, кабельная продукция, блоки питания и, соответственно, активные и пассивные акустические системы. Ну, то есть все, что нужно группе, на самом деле, да, музицировать. При необходимости мы можем укомплектовать целиком, например, звукозаписывающую студию. Ага, понятно. Слушай, я хотел спросить, вот смотри, только что в очередной раз ты был во Франкфурте, да. И популярность на Западе, как с чем ты связываешь популярность своей продукции ИРАС? Что им не хватает? У них же все есть. Да, значит, наверное, самое главное, это то, что вся продукция под маркой ИРАС имеет очень стабильное и надежное качество. То есть мы себя позиционируем как компанию, у которой абсолютно, наверное, может быть идеальное соотношение цена-качество, может быть, даже в какой-то степени мы недооценены на рынке. Я считаю так. Хорошо. А есть особенные фанаты, там, например, в какой-то отдельно взятой стране, там, я не знаю, Германии, там, в Англии, в Италии, я не знаю. Да, хотел вот по поводу выставки как раз. На выставке в Германии подходили ребята, которые живут в Германии несколько лет, они кто-то русскоязычный, кто-то они даже там пользуют нашу продукцию. Несколько лет назад мы делали для немецкой компании, выпускали под их брендом нашу продукцию. В этом году ребята подходили и просили, они знают, что их продукция наша, сделана в России, и просили выслать им по почте логотип. Это что-то с чем-то. То есть они отворачивают то, что продается там под тем брендом, хотят иметь именно ИРАС. Это очень радует. Это очень радует. Вот. Что касается интереса. Интерес очень живой на Западе, именно к ламповой технике, потому что мы стараемся делать на совесть и отвечаем за то, что мы делаем. Давайте поаплодируем, это дорого стоит, 25 лет на российском рынке. Да, наша компания была год назад 25 лет, в этом году уже 26, вот, мы надеемся, что мы будем радовать наших клиентов, наших почитателей продукции новыми какими-то идеями. Вот, в частности, сейчас наш музыкант-гитарист продемонстрирует две последние линейки оборудования, ну, педали. Это, значит, линейка Secret Connect System, она называется и позиционируется на европейском рынке и продается уже. Тарас более подробно расскажет про нее, продемонстрирует, как она работает, звучит. И также последние новинки, новые технологии, которые мы... Это совсем новое. Это вот эти вещи сейчас существуют в единичном экземпляре, то есть вот у меня в руке. Серийное производство будет через месяц запущено. Но сейчас мы уже принимаем заказы, можно спокойно заказать. Это гитарный преамп, сделанный на транзисторах, который имитирует полностью звучание ламповых усилителей. Круто. Это очень круто и вызвало непомерный интерес за границей.
Ну что, Тарас? Собственно говоря, да. Перехватывай инициативу в свои руки.